училок. Раз, раз. Про училок. Вот, вот, короче, училка по русскому языку и литературе. Она должна была нести разумное, доброе, чистое, светлое. И она обзвала нас дерьмо дерьминское. Так что вы теперь от меня хотите? Буду говорить про хуй, про какашки и про говно. Все, учителя хорошие были. Я хорошо у них научился, однозначно. Ну классно. Ну скажи, Петр, что-нибудь. Это музыкальное сопровождение. Иранушки International. Абрамушки Космополитен.